Пребывание на высоте ускоряет рост волос. Например, когда вы летите в самолете, ваши кудри растут в два раза быстрее. С вами профессор Гуглов, мы начинаем. Поехали! А помните, в прошлом видео я объявил маленький конкурс? Так вот, самым внимательным был вот этот подписчик. Я поздравляю тебя! Именно он самым первым и нашел три эти лампочки. Привет, друзья! Какой подросток сегодня не мечтает о гироскутере? Да что там подросток, даже взрослые дяденьки и тетеньки не прочь покататься на этом чуде современной техники. Еще бы! Наикрутейшее устройство, которое с легкостью распознает положение центра тяжести вашего тела и четко реагирует на его изменения. Двигаться на нем очень легко и классно. В общем, пришла пора познакомить вас с топ-5 самых прикольных гироскутеров. Polaris PBS-0908R – суперзащита. Этот Segway очень надежен и хорошо защищен, поэтому идеально подходит для активных поездок. Несмотря на некоторую массивность, ездит он очень плавно. А все потому, что он оснащен усовершенствованным процессором и накачиваемыми внедорожными колесами. Кстати, диаметр у них очень серьезный – аж 9 дюймов, это почти 23 сантиметра. А это значит, что ездить на таком гироскутере можно как по гладкому асфальту, так и по неровной дороге где-нибудь за городом. Часть самого корпуса сделана из авиационного алюминия и имеет защиту от влаги, пыли и песка. У аппарата два режима работы – учебный и пользовательский. Зарядки хватает на 20 км пробега. Батареи расположены в специальных отсеках и быстро снимаются. И для полной их подзарядки требуется всего 2 часа. В общем, можно сказать, что международный производитель техники Polaris позаботился о своих покупателях. И отдавая немаленькую сумму за этот аппарат, вы точно понимаете, за что платите. Icon Beat Smart Scooter Kit Black. Супер легкий. Фишка этого гироскутера в легкости. Он весит всего 10 килограммов, а другие тяжеловесы не меньше 12-15, и при этом он выдерживает вес до 110 килограмм. То есть этот малютка еще и очень выносливый. Максимальная скорость, до которой вы можете на нем разогнаться, 15 км в час, а одного заряда достаточно, чтобы проехать 20 км. Диаметр колеса 6,5 дюймов, 16,5 сантиметров. И что важно, они цельнорезиновые. А значит, проколоть их практически невозможно. Устройство автоматически выключается, когда остается без движения некоторое время, что позволяет экономить заряд. Для полной подзарядки аккумулятора нужно около 3 часов. Внутри пластикового корпуса металлический каркас, а также встроенный защитный модуль от перегрева, перезаряда и короткого замыкания батареи. Отличная модель для тех, кто любит прокатиться по городу. Speedroll Premium Roadster 08 APP. Супер мощный. Ну а эта мощная машина может похвастаться максимальной скоростью до 18 км в час. Достигается такой разбег благодаря мощности двигателя в 1000 Вт. Какие еще плюсы мы видим? Пробег без подзарядки 20 км. Выдерживает вес пользователя до 120 кг. Оснащен новейшей электронной платой последнего поколения от китайской компании TaoTao. На секундочку, самый надежный на сегодняшний день. И функции самобалансировки. Она не позволит вашему мини-сегвею завалиться на бок при включении. Еще одно преимущество – внушительные надувные колеса 10,5 дюймов, больше 26 сантиметров, а это значит, что вы сможете гонять по бездорожью с максимальным комфортом. Speedroll Premium Smart 01 APP – супер яркий. Этот китайский гироскутер очень нравится молодежи, потому что он такой… секси. Вот правильное слово. Во-первых, производитель предполагает множество вариантов расцветки корпуса. Во-вторых, колеса светятся. Диаметр, кстати, 6,5 дюймов, это 16,5 сантиметров. В-третьих, гироскутер оснащен Bluetooth-колонками, с помощью которых удобно слушать музыку с вашего телефона. И есть еще куча крутых фишек в специальном мобильном приложении от компании TaoTao. Например, можно настроить чувствительность гироскутера по вашему весу, поставить ограничение скорости, увидеть заряд батареи и сколько вы проехали километров. А также приложение покажет людей рядом, пользующихся таким же гироскутером, и предоставит их персональные данные, если они дали на это разрешение. Cactus CS Gyrocycle ARBK сделано в России. Этот гироскутер создан российским производителем для российских дорог
И этим все сказано. Колеса 8,5 дюймов, это 21,5 сантиметров. Шины с протектором для повышенной проходимости. Вы сможете проехать там, где обычный городской гироскутер точно не пройдет. Максимальная нагрузка 100 кг, развивает скорость до 10 км в час, весит 14 кг. Мощная батарея от Samsung позволяет проехать до 20 км без подзарядки. Запас хода зависит от веса пользователя, скорости, частоты разгонов, рельефа местности и даже температуры окружающего воздуха. Надежный аппарат среднего ценового сегмента. Ну что, надеюсь, информация в этом видео будет вам очень полезной. Ведь уже совсем не за горами лето, и облегчить себе передвижение с помощью такой вот клевой штуки, возможно, захотят многие из вас. Ставьте лайки и не пропускайте новые выпуски. В этом видео я спрятал три лампочки. Если вы их найдете и напишите время в комментариях, когда они появляются, то я упомяну ваше имя в следующем видео. Все, что ли, уже? На этом все, друзья. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Можно это сделать очень просто, нажав на эту кнопочку. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео и посмотреть их первыми. Выбирайте следующее видео. Пока!